Да, в эфире, все правильно. Забыл включить микрофон, простите. Так вот, да, мы в эфире, добрый вечер, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить зашедшую нашим зрителям Руся Чир. Есть только одно замечание, блин, опять слишком... Такое ощущение, что у нас опять слишком тихое. Ну вот, опять же, я сейчас включу, оно будет громче. Значит, так оставлю, короче. В общем, вчера, пока я настраивал рендер стримов, прошедших вчера, я немножко посейв скамил. То бишь, я перезагрузил сейв вот этот вот... Получается, вот этот. На третий день, когда я начал продавать все. И в итоге, к концу третьего дня, я таки добился 5-й уровень торговца. Еще и по деньгам вышел больше, чем было на момент окончания стрима. Вот, и 5-й уровень, на самом деле, это довольно критично, потому что мы получаем доступ к новым товарам, которые можем купить. Но обо всем по порядку. Сначала немножко переставимся в магазине. Привет, Зендра, тебе ведь располагайся. Ну и тебе тоже поставим на продажу. Окей. Так, давайте засейвимся так заодно. По планам. А, секунду, кстати, секунду. Исправим наше рабочее место и превратим его в место отдыха, да. Вот эти полки, перекладины с полки на полки постоянно в нашем магазине этим тоже постоянно занимаются. Ну, здесь это, как ни странно, даже на что-то влияет, потому что, как нам, в принципе, говорили, если мы на эти полочки, которые смотрят на улицу, кладем что-то довольно полезное и ценное, то они привлекают дополнительное внимание. Логика в этом есть. Так. Значит, для начала я хочу пройтись просто по городу. Закрыто. А, потому что выходной. Гильдия приключенцев у нас таки закрыта сегодня, потому что выходной. Ага. Ну, звучит логично. По выходным работать никто не хочет. Но выбор, ну, мы по выходным работаем, потому что мы люди ответственные. И нам деньги зарабатывать надо. Да, а вот кто ленится, ну, тут уж, кажется, людям тоже отдых нужен. Чего ж скажешь. Итак, давайте сначала зайдем сюда. Нам открылся фьюжн, таки, наконец-то. Я не знаю, как он работает, но просто я пока вчера проверял сейф, посмотрел, что как фьюжн здесь работает. Ага. Подозреваю, что уровень вещей растет с ростом уровня торговца. Вообще, можем хоть что-нибудь скрафтить? Ага. Хорошая, работаешь круглые сутки без выходных. Это да, Дзен, это правда. Бэкскретчер даже здесь нужен, любопытно. А еще хоть что-нибудь скрафтить можем, чисто в теории? Rank 1 Parts. Окей. Treasure. Ну, из того, что я вижу, скрафтить я ничего не могу. Так что, можно сказать, что на данный момент для нас фьюжн бесполезен чуть более чем полностью. Но, что нам точно полезно, это покупка, потому что мы теперь можем покупать неограниченно товары первого уровня. Все товары первого уровня. И это просто кайф. Обратите внимание. Это офигенно. Привет, кошмар, тебе ведь располагайся. Да, сегодня не кисики. Возможно, завтра будут. Но обещать не буду. Собственно, да, нас обновили с репертуар товаров. Но, однако, обновился не только здесь, но еще и на рынке. И теперь можем покупать и здесь тоже товары первого уровня в неограниченном количестве. Но при этом получаем доступ к более дорогим товарам. Что приятно. Оу. А
А что она дает? А, лечит со временем. О, слушай, это, кстати, прикольная штука. То есть, фактически, для... неплохая штука для данжа. Чтобы хилиться. Вау. Это неплохо, это неплохо. Очищает статус элементы. Увеличивает магическую силу. Угу. Типа блокирует физические удары. Прикольно. Привет, киллер, тебе это располагайся. Ага. В принципе, это считается, по идее, сокровищем. Поэтому, в принципе, можно использовать для крафта, кстати. Оу, книжечки. Книжечки довольно дорогие. Покупать их пока что вряд ли буду, даже для продажи. Не знаю, правда, можно ли их прочитать. Еда. Еда, это, кстати, хорошо. То есть, как раз таки у нас вот яблоки. Ну да, то есть, самые базовые вещи у нас можно покупить, в принципе, в неограниченном количестве. И это хорошо. Особенно еду надо иметь в большом количестве, на всякий случай, потому что еда — ходовой товар, и ее купить... Она, как бы, во-первых, дешевая, во-вторых, типа, ее реально застакаться ее можно очень неплохо, и, типа, не испытывать проблем с посетителями. Так, это что такое? А, это, типа, украшение магазина? Оу. Не уверен, что мы будем воспользоваться пока что. Угу. Так, ну в принципе... Раз мы шли в город и погуляем... Мне так нравится отдыхать на полазе... Ну, на полощади таким образом. Похоже, тебе никогда не возникает проблем, чтобы отдыхать, даже когда ты не... не... на площади. Время людей настраивается. Ну, я так понимаю, что на него можно влиять, чтобы привлекать разных посетителей. Стрим не очень. Ну, тут я ничего не могу сделать, простите, ребят. Я так говорю, перезапустил, опять же, перестрим все, что можно было. И комп, и интернет, и роутер, и свой адаптер. Все равно лагает, зараза. Ну, это же помогает здоровью, разве нет? Скажи, Тир, ты ведь из, ну, финансовой компании, верно? А что почему... Ну да, все верно, я работаю на финансы Терма. Значит, ты нанята ими, верно? И каково это? Нет, это не совсем точно. У меня контракт с Терма через другую организацию. Поэтому я не совсем их работник. То есть ты... У тебя просто контракт, я удивлена, ты выглядишь такой... Ну, это практически удивительно. Практически все феи в человеческом обществе принадлежат к конкретному агентству, контактному агентству только для фей. И тебе хода, Марик. Рад тебя видеть, располагайся. В городе Зендрен вообще... У нас в городе Зендрен очень хорошо, на самом деле. Просто из-за того, что я сижу по Wi-Fi, у меня постоянно какие-то лаги. Но когда будем делать ремонт, я думаю, что эта проблема уйдет на второй план. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Конечно, есть несколько фей-фрилансеров, и... Так вот, как это работает. Да, по правде говоря, феям, может быть, сложно найти работу в человеческом обществе, поэтому агентства были основаны примерно год, примерно, ну, несколько лет назад, чтобы помочь упростить жизнь фей. Это невероятно. Типа того. Лор попер, однако. Так, деньги. Ну, по сути, делать мне сегодня особо нечего, потому что гильдия закрыта, в данж я не пойду. Все, что мне остается, это торговать, покупать, продавать и так далее. То есть моя задача, наверное, пойти на рынок и затариться чем-нибудь. Как минимум, едой. Да, вообще можно закупиться, в принципе, всем самым дешевым. Хотя вот эта штука редко продается, но как бы куплю штуки 3 на всякий случай.
И у меня кончились деньги. Ей! Ну, допустим. Да, я призупчу стрим на всякий случай. Может, получше станет. Лучше стал, конечно, заметно, блин. Окей, оно вроде как и жило. Поехали. Или мало.
Ну, другой стороны, это такой день, а не вечер. О, сердечко, шикарно. Это плюс один уровень репутации. А это очень важно, потому что... A treasure... У меня есть... Вот эта штука? Подошло таки. Окей. Ну, неплохо поторговали, в принципе. Накрутил центр, получил плюс к репутации, не знаю, какой проем, что торговали наши предприниматели. Я понимаю, здесь, наоборот, опыт получается за сделки, которые выгодны обеим сторонам. То есть, если человек считает сделку выгодной, то он получает плюс к репутации больше, чем если мы, говорим, цену слишком сильно заламываем. Что удобно. Да почему ты не хочешь меч на себе брать, блин? Чё-то народу мало. Прям очень мало. С 5 даже НДС не отбить. Ну это да. Прибыли, кажется, я сегодня не выйду. Окей, экспави капает. Блин, народу мало очень было. Мне прям очень не понравился. Не понравился этот день. Слушайте, а персонажам здесь нет никакой информации случайно? По типу, у кого какая репутация и так далее. Это не здесь смотреть надо, где-то в другом месте, может быть. Это статус, это не то. Тоже не то. Это мои нынешние вещи сейчас. Мне не нравится, как этот день прошел, лучше грузануться. Купить, возможно, купить немножко по-другому и товар немножко по-другому набрать. У нас в городе веганская лавка похожа на этот магазинчик. У меня веганского урона один холодильник и один стеллаж, а все остальное сувенирка, значки и прочие атрибутики в стиле «я веган». Уже лучше, чем ничего. С другой стороны, любой магазин может быть веганским, если в нем продаются овощи и фрукты. На всякий случай, вдруг кому-то потребуется сокровище, я возьму и этих штучек. Мишку... Да, давайте я возьму, на всякий случай, даже две. Здесь куплю самых дешевых хотя бы вещей. Всех по одной.
Лучше, конечно, по две, чтобы было на складе еще на всякий случай. Да, давайте. И вот тебя купим заодно, потому что я очень хочу тебя купить, на всякий случай. Значок, это самое главное, что там в Кисерне будет тихо меньше, никто и так не узнает. Это верно, да. Что еще здесь можно купить на эти деньги, я думаю? Еще книжечек, возможно. Хотя нет. Вот яблочек можно набрать, кстати. Да, вот это полезно. Так, ну попробуем теперь, да? Похимичить. Так, я очень хочу, чтобы Луи купил себе меч. Прям вот очень хочу. Я бы спрятал начинки за эту поговорку. Вообще лучше продается, насколько я понимаю, шапочки. Давайте попробуем их и продавать. Ну, попробуем так. Голодный студент, я все похоже на еду. Ну, я бы сказал, что не совсем уж все. Это уже до совсем уж до каннибализма опускаться не стоит. И до капрофилии. Народу, в принципе, хватает. Хочешь браслет? Браслет у нас есть, девочка. Ты зашла по адресу. Держи. Забирай, заслужила. Кажется, пора обедать. Приятного аппетита, Вишмал. Еда, говорите. Слушай, я бы продал тебе что-нибудь подороже. Например, мед. Боюсь, что ты его не осилишь, да? Я продам тебе виноград. Отлично. Если хочется, то можно. Возможно. Да что ж такое-то, ты купишь сегодня меч у меня или нет? Ох, хоть сердечко заработал. Я бы рискнул еще раз. Ну, давай-ка я попробую все-таки сейчас тебе пихнуть меч. Чем раньше я тебя пихну, тем лучше. Так, окей, ты забрал хлеб, уже хорошо, Луи его, скорее всего, не купит. Может, конечно, Луи тупо денег нет на него, но как бы... Ого, книжку решил купить. Вот это хорошо. Спасибо, девочка. От души. Чего жрать, что ты себе мечом пихаешь? Так с мечом он все больше и денег заработает на еду. Логично же. Зараза, не тебе предназначался этот меч, мужик. Прости, но... Ладно, забирай. Деньги не пахнут. Сокровище, говоришь? Есть у меня одно сокровище для тебя. Забирай. Еще желающие что-нибудь купить? Понятно. Луи, давай, я верю в тебя, ты сможешь купить меч. Возможно, ты еще больше уже позатащишь. Еды хочешь, держи. Спасибо,
Ого, 30 экспи, хорошо. Это было прям красиво. Да что ж ты будешь делать-то, господи. Ай. Ну что мне с вами делать? Надо было два мяча покупать. Опять еду просит. На, держи. Ну, это выглядит всякой фигмой, когда что надо. Ну да. И вишня лучше меча. Конечно, она тупо дешевле. Может, надо больше платить? Там плата фиксированная, я на это не влияю. Сколько он просит, столько я ему и плачу. К тому же я не единственный его наниматель. Идет. Сам купил, смотрите-ка. Надо же. Шляпку. Шляпку у нас есть. Лучшая шляпа во всем городе. Так он вообще меч покупать не хочет, да, Марик, понимаешь? В чем проблема? Он его видит, но он его не берет. Ну, хотя бы броню хочет, уже лучше, чем ничего. Но, блин, типа, это не то, что я хотел тебе продать, чувак. Ну, только сбрать, ты сам зубы. Ну, правильно. Дай человеку, дай человеку рыбу, он будет сыт один день. Дай человеку меч, он будет сыт всю жизнь. Все же логично. Не? Вообще неплохо подорговали в плане экспы, но, блин, по деньгам плохо. И Луи меч не хочет покупать. Стариков много, это прям кайф на самом деле. Одни из самых богатых людей в этой городе это старики, как ни странно. Есть их скаминг, ага. Никогда такого не было, вот опять. Ну, конечно, он берет еду, потому что меч у меня забрали. Ты не продаешь ее, да? Что, кстати, хорошо. Мне нравится, что игра желтым шрифтом показывает, что мне продают, а не я продаю. Это прям очень удобно. Поэтому они оружие закупают, надо заходить в мир. Скорее готовятся к тому, что их придут раскулачивать. Это не то. Поторопился. Это надолго, я чувствую. Луи, ты меня заколебал. Серьезно. Ты не настолько нищий. Может, мне вообще хлеб убрать с прилавка? Потому что тогда покупать его не будет. Меня здесь играешь, ниже борожишь? Или мобов бьешь, да, в данже? Тоже неплохо, по-моему, для медитации. Дед тоже говорит, что сейчас я не зачем столько мечей. Бывший ветеран, вьетнамские флешбеки, я так понимаю. Старые раны болят, чесаться нечем. Он просто не видит, что у нас есть чесалка для спины, он хочет себе мечом спину чесать, видимо. Но он реально издевается, он реально в себе меч, походу, хочет взять. Постоянно как старики приходят за мечами. Луи, блин, будь шустрее. А при чем здесь оценка-то?
Короче, Луи, я тебя раскусил. Ты просто хочешь купить хлеб, я просто уберу хлеб с полки и закончим на этом. Все про меч, блядь, а потом начнешь брыжить, я его меч. Ну, если только так, да. А теперь Луи просто тупо не пришел, по-моему. А, нет, пришел, окей, хорошо. Оружие хочет. Жена причем. Окей. Знаю, какое оружие понравится твоей жене. Забирай. Ты хочешь мне это продать? У меня тупо денег нету, лол. Что мне делать-то? Он купит. Окей. Я купил. Не знаю, зачем накупил. Эта игра меня троллит. Серьезно. Я не могу. Чем за полцены. Да, неплохо. Только мне это не нужно. Мастер сделок. Окей, книжку забирай. Только не бери меч, пожалуйста. Я тебя очень прошу, старик. Одумайся! Не развязывай войну. Я ж тебе потом этим мечом сам знаю, что сделаю. Я не могу. Это уже просто... Я никогда его не продам. Тупо две продажи, серьезно. Окей. Хорошо, Луи, я знаю, что мы с тобой сделаем сейчас. Мы не пройдем эту игру. Окей, хорошо, забирай. Виталий победил. Ну, должна же была бы найти хотя бы одна игра, которая меня сломает. Как тебе сладенькое, старик? Любишь сладенькое, я знаю. Тебе денег нету? О, господи! Ну ладно, было ожидаемо. По крайней мере, нашли слабое звено в магазине, это мед. Все цены зазирать. Ну это минимально была, которая возможна. Окей, хорошо, хоть что-то купил себе полезное. Лучше бы, конечно, был меч, но ладно. Дедушки, жди, не жди, если нужно, то к бичу не приглядываться. Посоветовал бы ему одно острое кавказское блюдо, но боюсь, что он не одобрит.
Окей, я понял, где слабое звено в магазине. Это мед. Мед мы выставлять не будем. Его никто не купит. Тупо никого денег нет на него. Сокровище, говоришь? Забирай. Будешь спинку чесать этой штукой вместо меча. Надеюсь, теперь ты понял мой намек, да, дедушка? Пожалуйста, пойми мой намек правильно. Окей, он хотя бы купил оружие. Уже прогресс, хорошо, Луи, хорошо. Хорошо, Луи, хорошо, хорошо, ты меня убедил, это уже прогресс. Маленький шаг для Луи, да огромный шаг для Ресет. Мальчик, который смог. Не в том параллеле, конечно, смог, но уже лучше, чем ничего. Окей, пойдет. Я надеюсь, что он сейчас к нам вернется и купит еще. А что если Луи как херал себе дальше играться только в данжи? Это возможно, да. Но кто ж его без меча в данж возьмет, вот в чем вопрос. Так, старик перешел на луки. Окей, это интересно. Что-то вот опять мало, прям максимально мало. Где все-то? Луи, зачем тебе посох? Ты вроде мечник. Может. По-моему, он умеет этим и занимается. Он покупает на весь хлам, кроме меча. Я думаю, что это я сейвскамлю, но кажется, это сейвскамит Луи, все понятно, все стало на свои места. Он просто пытается найти возможность купить мне что-нибудь, что-нибудь максимально бесполезное, чтобы выбесить меня. Я хотя бы народу стало больше в этот раз. Зачем тебе шарф? Зачем тебе шарф, Луи? Объясни, пожалуйста. Зажигалки только мечи. Для этого нужны деньги, кошмал. У меня их денег, покажи их пока что нет, к сожалению. Но идея хорошая, не спорю. Купи Скайрим. Это прям похоже, действительно, да. Сохраню покажу мокрой тряпкой. Не, так неинтересно. Я же не хочу это самое выставляться в плохом свете. Мы три вещи все купили? Не, нафиг. Грузимся. Пять посетителей, три вещи? Не-не-не-не. Не вариант. Да! 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 Забирай! Просто забирай сразу же! Вот просто сразу забирай! Он это сделал, ребят! Он это сделал! Он это, черт возьми, сделал! Есть! Есть! Ух, ты ж мой хороший! Ты еще и торгуешься? Да!
За всю хурму, как говорится. Окей, у нас получилось. Фух. Буржуй-эксплуататор, Атош. Он пришел еще раз. Зачем тебе палка, я не знаю, но ладно, бери. Чтоб тебе до конца жизни в столовке в тундре с каштабулочками жить. Ты намекаешь на то, что хочешь посмотреть на моё прохождение Стоунхёрфа? Когда-нибудь я продолжу, не волнуйся. Ну тоже неплохой сейф-скамин, Кирилл, так-то. Я просто слушаю, как мы строили коммунизм. У меня тот сейф еще, кстати, не затерт. Я думаю, я продолжу это дело. Так, ладно, будем считать, что в принципе норм. И я думаю, что самое время пойти еще раз в данж. $950, хера ты обуржуился, Луи. Фига в тебе спеси стало. Не жирно ли? Ладно, окей. Удобно получилось. Простите. Сначала построим капитализм, потом можно к коммунизму переходить. Ну да, резонно звучит. Мне сейчас зарабатывать? Не спорю. Справедливое замечание. Максимально странные грибы. Да. Окей, сойдет. Сразу 50 куста. Чтоб сразу все квесты выполнить, да? Нет, так, конечно, идея не самая плохая, но, с другой стороны, да. Лучше оставить так, как есть. Но видишь, как бы, Кирилл, есть и такие любители поломать игры, а ты на меня еще жалуешься. Я хотя бы таким аутизмом не страдал, чтобы перезагружаться после каждого куста ромашки. Хотя, конечно, мог бы. Если бы очень захотел. Но я не хотел. Ай. Да в смысле? Нет, так-то я скажу, что парня этого вполне понимаю. Если бы я хотел, я бы тоже таким занимался, но я не хотел. $500 ко всем там. Прям как у косы в финале, да? Я же когда-то поставил 2 ссылка по 3 раза 3 не пальца. Ну да, тоже вариант. 5 это жирновато, конечно. Так, ну на всякий случай даже хилку собрали, уже неплохо. То есть, как минимум в данже мы не сдохнем. Подожди, а скиллы у меня переключаются? А, на кружочек, понял, окей. Да, обратите внимание, на 10 уровне у Луи появляется еще одно умение. До этого была девочка в кружочке, а теперь мальчик с дугой. Угадайте, что она сделает, это умение, я не знаю, честно. Можем проверить как-нибудь. Привет, Цикра, тебя ведь располагайся. Добро пожаловать на стрим. Именно этим мы и занимаемся, да.
Вчера рубашки были большие, но по 5, сегодня маленькие, но по 3. Да, неплохо, неплохо. Странно с этой пещеры грибочки, конечно. Я бы такие есть не стал. Довольно прикольно, что ловушки, кстати, и врагов дамажат. Это прям вообще максимально справедливо, я считаю. Причем триггерим их мы, а не враги, что еще лучше. Вот упоротый кролик опять же задом пятится, блин. Что ты делаешь? Учи так же делать. Я тоже так хочу уметь. Уу, еще хлебушек. Неплохо. Блин, наш, кстати, большой так-то. Я там рядом уже удивлен. Так, здесь выход. Окей, выход мы нашли. Хорошо. Угу. Да в смысле? Я же тебя бил. Ой-ой-ой. Нас слишком много, ребят. Да в смысле? О, левелап, отлично. В прошлый раз прежде здесь дошли только до первой двери дошли, ну как бы как, там был босс, слизень, мы его забили и вышли из данжа. Ой-ой-ой. Я как бы в данж ходил оба раза только за лутом чисто. Поэтому я не стояло цели пройти его максимально далеко. Блин, ну хорошо критовать стал, кстати, с мечом-то. Вообще хорошо. Потому что прям ощутимо лучше стало. Не зря ему этот меч впаривал. Максимально стоило потраченных усилий, я считаю. И, конечно, можете со мной не согласиться. И вы имеете на это полное право. Если любой, а вот вообще сколько людей в этом чате туда проходило? Ну, Кирилл Дзен, понятно. Хашмал, насколько я знаю, игру проходил. Дамарик, судя по всему, как минимум знает эту игру. Проходил он сам полностью или нет, я не знаю. Ау. Цик, скорее всего, тоже с игрой знаком, судя по всему. Я ее запускал. Так, звучит уже многообещающе. И что же пошло не так? Да в смысле? Как много здесь ловушек? Проходил, не защищал. Ну, понятно. А под зачисткой ты имеешь в виду что, полное прохождение данжей? Или что? Что вообще ну такое? Ну, это да. Ингредиент. Окей. Ты не сильно теперь знаешь, что игру вообще очень так и не прошли. Но, насколько я знаю, Хашмал как раз таки из тех, которые купили, но даже не запускали еще. И про героинь, по крайней мере. Уже другой начал играть, ну понятно. Я тут вам могу сказать, что, собственно говоря, с появлением канала, ну, как бы одна из причин, почему для себя я считаю это благом, я перестал бросать игры на полпути. Окей, есть одна игра, которую я бросил на полпути, и это не только Disciples, кстати, хотя их тоже я бросил на полпути. Но я помню про нее.
Battle Chasers. Еще давным-давно я делал не обзор, когда еще в JRPG-вики тусовался. Собственно, это был мой первый серьезный такой там обзор полноценный. В виде игражура. Но как-то мне с тех пор не завелось. Игру я в итоге так и не допрошел, хотя, по-моему, там не так уж много у меня осталось. Там 2 или 3 данжа, что ли, до конца. Да пройти ее все-таки хотелось бы, довольно прикольная, самобытная штучка. Кролики какие-то бешеные, серьезно, у них еще и глаза красные. Они точно бешенством не болеют, не? Ой, хорошо так. Так, это что-то интересное. Надо что-то выкидывать, получается. А что выкинуть можно? Флюиды, возможно. Я буду так, не так назвать, простите. Я знаю, что это флюд, но буду назвать флюиды. Просто то, что я могу. Над микс плюс 4? Оу май. Это ингредиент? А, нет, это вообще еда. Хилка 54 хп. Вау. Окей, неплохо. Не, что только что тут такое, я согласен, кошмар, но вот для меня как раз вот то, что надо. Типа... Я не очень хорош в экшоне, как ты можешь заметить. Не полное днище, конечно, но и не вот уж прям очень хорошо играю. Ну, возможно, потому что у меня просто опытом очень мало для этого. Но никогда не поздно начать. Так, чеснат, хужен ли он мне? Но у меня есть плюс 2 чеснат, давай проверим, лучше ли этот, чем мой. Не лучше выкинуть. Хотя, возможно, лучше я бы выкинул флюд. Я сам несколько большой ответник засыпаю, лол. Ну, прям совсем, не, ну тут, да, тут, я не спрашиваю, что он здесь примитивный, но как бы вот именно чисто потупить, пофаниться, по-моему, прям то, что надо. Ладно, убедили, выкину эту штуку, не то чтобы она много где использовалась, по ощущениям. Не знаю, зачем она нужна, правда. Ну, то есть я пока не видел, хотя я видел рецепт, где она типа нужна, но не думаю, что это прям очень важно и критично. Возможно, когда-нибудь потом... В любом случае, я посмотрел, как работает фьюжн, и теперь понял, что как бы все эти ингредиенты здесь нужны не в таких больших количествах, это уже радует. Это не сетка крафта, как в том условном Майнкрафте. Хотя я видел вроде как, что типа хотели ввести своеобразный мод на ресетир, где можно было бы использовать это именно таким образом, как сетку крафта в майне. Но не уверен, что это подойдет этой игре. Так, опять что-то выкидывать придется. Можно хлеб выкинуть. Ну блин, он уже на хилка, может пригодиться. А, у меня еще эти есть. Давайте выкинем вот эту штуку. Шило на мыло, окей, это тоже сотку стоит. Так, ну грибочек мы точно подбираем. Хороший, по идее, ингредиент. Теперь можно, в принципе, хлеб выкинуть. Приоритет, конечно, странный, я знаю, но окей. Противоядие 550 стоит, если не ошибаюсь. Это можно выкинуть тогда. Поценнее будет. Еще и плюс 2, хорошо. Он, по-моему, кстати, как раз как рент для крафта используется, так что это прям совсем хорошо. Конфетка. Что-то прям лут сыпется, я прям не могу. Очень много. Даже не ожидал. Это еще какой этаж, кстати?
8-й, ну, то бишь 3-й в этом забеге. То есть у нас еще один этаж, еще босс-файт будет. Окей. Неплохо, неплохо. Надо же больно кишечный. Не помню, что тупо коридоры. Прошлый этаж был как-то поинтереснее, если вообще тупо один длинный коридор на весь этот, на весь данж. На весь этаж, в смысле. Ингредиент неизвестный. Давай я выкину тебя, Шон. Я, наверное, потом пожалею потом. Апельсинка, кстати, это хорошо. Еще гриб. Логично, что с грибов падают грибы, да. Это прям максимально логично, я считаю. Викну тебя. Дешевка. Простите. Виноград. Довольно много стоит. Можно, в принципе, и взять. Вместо чего... Так, грибов у меня как раз таки как минимум два, можно один выкинуть. Это очень любопытно, насколько вообще имеет смысл в этой игре один и тот же этаж пробегать несколько раз, тупо ради гринда. Наверное, не особо много смысла, потому что чем дальше ты идешь, тем лучше лут, по логике. Ай. Да чтоб тебя! Чертов кролик. На тебе! О, вот это хорошая штука. Тут мы точно подбираем. Тут еще что-то ценное было. А, здесь этот может быть. В сундуке что-то может быть интересное. Блин, инвентарь маленький, просто капец. Мне 20 слотов явно не хватает. Учитывая, что я вообще подбираю все подряд. Потому что я люблю это делать. Я тебя выбросим. Шило на мыло, да, получается? Шлем он... А, ну хотя дороже будет, окей. Яблоко, в принципе, можно и выкинуть, да, наверное. А, у меня вообще и два было этих, кстати. Давай кидаем еще тебя. Окей. Тейяки, это хорошо, дорогая штучка. Можно за большие брыши загнать. Да чтоб тебя. Ага. Интересно. Давай тебя выкинем. Оу. Окей. Это, вот это было неплохо. Это было максимально неплохо. Ха-ха. Красиво получилось. Так, здесь выход. Хорошо, выход мы нашли. Хорошие пчелки. Мед. Мед стоит дорого. Пока что купить меня никто не может, но вообще для прозапаса бы его было неплохо иметь. Что у меня самое дешевое? Мне придется все-таки гриб выкидывать, да? Ну ладно. Логично. Было бы странно, если бы здесь было что-то полезное. Yeah.
еще грипп, окей. Спасибо, но не нужно. Любопытно, что разные все-таки люди есть, как-то кому-то от кисек спать хочется, а кому-то от исов, например, да? Сколько людей, столько и мнений. И это неплохо. Хотя да, я не спорю, Кшон здесь действительно примитивный. Но с другой стороны, может быть, другие персонажи предложат, что мне поинтереснее. Что мне прям совсем сегодня плохо все. Кстати, хлеб, можно его прям тут же и сожрать. Давайте так и сделаем. Так, там еще один монстр. В принципе, почти левелап. Ну, понятно, что до босса я уже не получу его, а вот на боссе, вероятно, есть шансы. Еще один монстр. Ладно, сходим. Может, там что-то полезное будет. Да что упадет? Легендарный меч, например. Кого я обманываю? Только экспа. Ну ладно. Лучше, чем ничего. Да что ж такое? Это опять королик сгенерился, что ли? Окей, игра пытается накормить меня экспой, видимо, перед босс-файтом. Я надеюсь, это все. Нет, не все. Окей, хорошо. Теперь это точно все, надеюсь? Ну, вроде как да. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ай, я понял, хорошо, я понял. Мы с тобой не будем общаться. Ай. Ау-ау-ау-ау, полегче. Чё ж так больно-то? Что-то походу зря я лутаюсь, то мне походу самого скоро, мне тут самого скоро лутанут такими темпами. Так, понятно, он хилится через грибы, бафается и хилится, то есть мне в первую очередь надо как-то грибы уничтожать, но блин, это же капец как долго. Ой-ой-ой, все плохо. Тихо-т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 ихо. Так, у него, кстати, нет контактного урона, то есть в принципе мне главное просто его уворачиваться от его атак. Да чтоб тебя. Слушайте, это уже плохо, прям совсем. Тут не сдохнуть такими темпами. 25 хп, 40 хп. Нам убедили. Да как так-то? Да в смысле? Ой. Грибы появляются быстрее, чем я успею их уничтожать. Я такими темпами до самого босса не дойду. Это надолго, короче, это чувствую. Хорошо, хоть меч он купил у меня, блин. Ой-ой-ой. Сколько два урона? У тебя там 400 хп? Это как вообще? Может, его надо бить, когда он жрет? Хотя нет, это нелогично, же хилится тогда. Да в смысле? Радиус атаки у тебя, конечно, забей. А нет, контактный урон у тебя все-таки есть, окей, я тебя понял. Это надолго.
Пожалуй, руководит процессом. Да чтоб тебя, господи! Какой же ты конченый, а? Что мне с тобой делать? Чудище заморское. Я иду быть тупой, просто не, меня тупо урон не хватает, походу. Чем тебя убивать? Короче, заря... рано сюда сунулся, судя по всему. Я сюда уже не вылезу, походу. Либо я что-то не так делаю, но могу понять, что. Грибы бить обязательно, потому что хилится через грибы. В этом вся основная проблема. Если я не бью грибы, то он хилится через грибы. Так, как ты это делаешь, господи? Чтоб тебя... Он все равно похилится, понимаешь, в чем проблема? Это что за фигня пошла? Ты такого раньше не делал. Мне это очень не нравится. Да хватит! Блин, с лизнем хотя бы было понятно, что делать. Он типа через некоторое время вмешался в размерах и по нему проходил нормальный урон. Но если ты типа бьешь, не бьешь слизни, которых он призывает, то типа он хилится. И становится еще жирнее. Здесь что делать вообще непонятно. Ну, хотя бы хилки падают, ну спасибо. Но болеющей жизни даже не становится, к сожалению. Конечно, попробую, возможно, здесь что-то поможет. И просто, что они разного цвета, ведь верно? Ага, окей. 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 Это уже на что-то похоже. Я просто только запаниковал, что мне как-то не хватило мозгов, что надо попробовать поэкспериментировать здесь. Хэшман просто, видимо, понял, что если не подскажет, то это надолго. Мы сегодня не закончим этого босса никогда. Окей. Спасибо, Хашмал. Иначе бы мы тут дырявли бы надолго застряли. Я тупой, я признаю.
Хотя да, как-то с Лизи это было чуть поочевиднее было. Ну, не то чтобы здесь было сложно, но типа, как говорю, я просто запаниковал. Серьезно, у меня мозг отключился, я понял, что пока я... Я не рассказывал, я честно не помню. Ну ладно, допустим. Ну, я так понимаю, что тут все бои такие будут, по большей части. Если так, то хорошо. Только, блин, хилился он красными. Ну, да. Не, я просто говорю, я не обратил внимания, каким он хилился. Вот в чем проблема. То есть я обратил внимание, что он хилился красными, потому что, может быть, фиолетовым он еще больше хилится, и типа тогда вообще что с ним делать вообще непонятно. Ну окей. Перепсиховал, бывает. Так, блин, события везде прям есть. Давайте я сохранюсь тогда. Можно было бы еще раз данж сходить, но, видимо, уже не получится. Я сейчас куда-то еще пойду, имеется в виду. Ой, я слышу, как вороны каркают. Время идти домой. О, уже вечер. Тебе нравится вечер, не так ли? Честно говоря, до недавних пор я ненавидел вечера. Мне всегда приходилось идти домой в пустой дом. А. Но теперь... Теперь у меня есть дома ты, и мне больше не одиноко. Я... Нам стоит отправить домой. Да, все, гильдия закрыта, мы туда больше не попадем. Окей, логично. Девчонки, привет! Привет, Луи. Ты действительно в церкви? Я удивлена. Ну, временами же нужно хоть немножко веры проявлять. Как я и говорила, я просто поражена. Я тоже удивлена. Да, я молился небесам, чтобы они предоставили мне ланч. Почему-то мне казалось, что это не самое главное предназначение церкви. Ты так думаешь? Хм, что такое? Скажи-ка, Тир, алкоголь вкусный? Я пробовал его лишь однажды сама, если честно. Правда? Ого, ты такая взрослая, Тир. Мне очень не понравилось. Воняло... Или это не вонять? Станк. Станк должно было бы тогда быть. Лис... Нет, подожди, станк. Запруживать. Лачно, что звучит данным на CD. Мне не понравилось. Было больше похоже на вкус. На вкус было как бочка. Бочка? Обычно большинство алкогольных напитков оставляют дозревать в бочках. Поэтому у напитка очень сильный древесный запах. И... It was not dissimilar to attempting to drink a tree. Это было практически то же самое, что попытаться выпить дерево. Ладно, это звучит совершенно невкусно. Честно говоря, популярность этой субстанции меня поражает. Всегда хорошо продается, поэтому закупиться им был, может быть, неплохим способом раздобыть денег, но... Но бочки! Бочки. Многозначительный диалог. Что-то не так, мэм? А, мне просто... Я просто любопытничаю, чтобы на ужин приготовить. По какой-то причине, единственная вещь, которая приходит на ум, это то, что я всегда делаю. А что вы обычно делаете? Ну, я делаю... Грейтинг. Это, по-моему, каша из тыквы, что ли? А запеканку из тыквы. Окей, еще лучше. Запеканку из тыквы, запеканку из овцы и запеканку из акулы. Мне кажется, я вижу, в чем проблема. Не против, если я мешаюсь. Если вам так нравится запеканка, можно попробовать рагу. Они в чем-то похожи. Также я, например, считаю, что рагу из тыквы просто невероятное, но это сейчас не важно. Рагу из тыквы? Чудесная идея. Попробуй сегодня. Я рада, что смогу помочь. Спасибо вам большое, девчонки. Здесь должен быть мем-пробочки на языком. Теперь в следующем месяце буду готовить рагу. Это немножко не то, что я имел в виду. Окей.
Так, я предлагаю купить таки еще меч получше. Возможно, запросить что-нибудь еще, на всякий случай. Чисто, чтобы было. Шляпцы хорошо раскупают, так что есть смысл задариться. Правда, их максимально хорошо раскупают. И эти тоже хорошо идут, кстати. Что-то интересного есть, я вот думаю. Маффлер. Любопытно. А ферболов нужно 5, у меня только один. Упс. Неклас. Окей. У меня есть складка с ингредиентами, да, получается? Что мы там раздобыли в этом данже? Из новенького. Получается, ферболы были новенькие, что ли, или что? Что-то еще? Непонятно. Ну, ладно. Давайте попробуем так. Да, покупатели, конечно, прям целый ворох. Оу май, Луи! Ты меня начинаешь радовать. Спасибо. Well, that was fast. Так, есть проблема. Мне скоро выплачивать по долгам, а у меня с баблом проблемы. Ха. Так что я предлагаю сегодня заняться тупо продажей и дальше не ходить. Потому что продавать, в общем-то, много чего можно, по большому счету. И лучше оружие еще одно выставить. А не, нормально. Давайте попробуем сегодня тупо поторговать.
пора переходить на более дорогие вещи, считаю. Окей, пошла жара. А, стоп, это купить надо? Окей, тем лучше. Им, видимо, мне понравилось. Это хорошо. Не знаю, сейчас я лук, но забирай. Оу, еще плюс к репутации. Неплохо. Это было быстро. Пересед, можете на минутку? Да, конечно. Еще такое хорошо, что я тебе иду делать, потому что пришло время объяснить тебе, как сделать заказ заранее. Взять заказ заранее? До тех пор посетители просто покупали у тебя вещи непосредственно сразу при тебе. С заказом заранее, однако, посетителям позволит нам знать, что они хотят взамен через несколько дней, чтобы забрать на некоторые вещи. Очевидно, не каждый посетитель захочет сделать это, но если посетитель говорит тебе, что они хотят что-то через сколько-то дней в качестве заказа заранее, то постарайся. Но делай так только, если ты чувствуешь, что можешь исполнить заказ, разумеется. Я могу дать им просто то, что я хочу, если у меня есть это на руках? Нет, не можешь. Если они просто захотели бы вещи сейчас, то они бы купили вещи сейчас. Дата основана на том, как удобно для посетителя, не для тебя. Так что если они хотят вещи, скажем, через 3 дня, то тебе нужно дать эту вещь им. И помни, нам нужно открыться, чтобы на самом деле продать вещь кому-либо. Так что убедись, что магазин будет открыт в этот день, или мы не сможем исполнить заказ. А, верно. Я тогда буду убить дождаться, что мой заказ открыт. Привет, Велимар, тебе не располагайся. Ну, так, паршивенько. Также люди используют заказ заранее, чтобы купить несколько вещей одновременно. Это отличный шанс продать много вещей за один раз, так что постарайся исполнять как-то столько заказов, сколько можешь, ладно? Это все будет очень сложно. Ну, я постараюсь следить за нашими выдающимися заказами. Уровень дает, во-первых, доступ к новым фичам, например, вот эта фича, как заказы заранее, то есть к нам приходят, нам делают заказ, через несколько дней приходят забрать. Вот это как бы новые фичи, которые доступны на 7 уровне, я так понимаю. Плюс в магазинах нам базово доступно больше вещей для покупки, то есть мы можем продавать больше всякой всячины. И, например, какие-то вещи становятся можно покупать неограниченное количество раз. То есть мы можем бесконечно закупаться одним и тем же, например. Если нужно проверить, когда будут исполнены некоторые заказы, просто спроси меня, когда мы в магазине. Заранее спасибо, постараюсь. Есть подозрение, что пора вытаскивать что-то подороже, да? Тебя, например. Тебя. И, возможно, даже книжечку какую-нибудь. Вот эту, например, подороже взять. Опа, здравствуйте. А? Не настолько приятное, насколько я думал. Эти люди действительно могут дать мне то, что мне нужно? Прошу прощения. Ладно, выбора нет. Нужно попытаться. Эй, вы. Позовите владельца этого места. У меня есть дело к нему. Владелец? Ну, вы смотрите на нее. Что я для вас могу сделать? Вы же не шутите? Не трать мое время, девочка. Да нет, правда, я владелец. Чем могу помочь? Сэр? Ты смеешься надо, что ли? Ты, может быть, думаешь, что какой-то дурачок? Что? Я, ну, но...
ты ожидаешь, что я поверю, что кто-то настолько низкорослый, как ты, владеет этим зданием? Прекрати играть, прекрати шутить со мной и приди ко мне, владельца, сейчас же. Заткнись, я владелица, правда? Что здесь вообще происходит? Почему ты кричишь на посетителя? Тир, послушай, он... какая-то проблема, полагаю? Фея, интересно, мне то, что я ожидал. Прошу прощения. Физически легкая и не имеет преимущества против более больших существ. Но при этом очень талантливая в управлении и менеджменте. Весьма вероятно, что единственная нечеловеческая раса, которая легко адаптируется к человеческой культуре, используя их уникальные таланты. Иными словами, должно быть, вы и есть владелец, мадам Фея. Добрый день. Прошу прощения, что повысил свой голос на вашу услугу. Так, ну секундочку. Приятно познакомиться с вами, мадам Фея. Меня зовут Кайлю. Я по призванию волшебник, и мне нужно место, чтобы заказать некоторые реагенты. Заказ на вещи? Очень хорошо. Чем можем вам помочь? Мне требуются 3 конкретные вещи. Жареная... как ее зовут, господи? Жареная ящерица, крыло летучей мыши и печень слизняка. Мне нужно по одной каждой вещи. Нет какого-то точного дедлайна, но очевидно, чем раньше вы его предоставите, тем лучше бы для всех нас. Могу я предложить вам забрать этот заказ? Ну, разумеется, мы получим то, что вам нужно, как только сможем. Чудесно, в таком случае, если вы не простите. Ты знаешь, слушай, не создавай проблемы своего босса, ладно? Не нужно притворяться, что ты владелец, иначе ты будешь выглядеть глупо. Но я и есть владелица! Нет, не нужно так злиться из-за этого. Это просто небольшая ошибка, вот и все. Если так легко, то почему ты выглядишь такой счастливый из-за этого? Ты, очевидно, недопонимаешь меня. Да, очевидно. Браслет, говорите. Есть у нас браслетик. Шляпка, конечно, есть. Мужик, ты пришел по адресу. Забирай. О, плюс уровень, есть же. Супер. Теперь нам может покупать более дорогие вещи. Супер. Не знаю, зачем тебе это, но забирай. Мне не жалко. До тех пор, пока ты платишь мне деньги, забирай мне все что угодно. Я вернусь через 3 дня. Принесете ли мне их? Конечно. Так, через 3 дня она будет ему отдать еду. Хорошо. Можно, получается, мы должны купить максимально дорогую еду и втюхать ему ее. Ха. Oh my. Now that's good. Прошло не так хорошо, как я надеялся, но в принципе норм. Пойдет, я думаю. А, стоп, там уже так стоит книга. Мне нужно еду подороже продать, попробовать сюда, например, мед. Вот. А, стоп, еда там и так уже есть. Давай лук тогда сюда повесим.
Ну, допустим, так. Будем считать, что у нас, в принципе, неплохо получилось. Хотя, конечно, опыта мало получается. Обидно, ничего не поделать. Так, ну окей, 10 тысяч мы набрали, уже неплохо. По крайней мере, нас не выгонят из собственного дома. Хотя рано радоваться. Мне все еще нужно превратить эти деньги в больше денег. Неужели много денег? Ну, нет. Оу, окей, забирай, мужик. Спасибо. Прям вот выручаешь меня сейчас. Окей. Ну, пойдет, пойдет. Даже прибыль вышли неплохо, так я сам должен заметить. Так, хорошо. В принципе, пора затариваться вещами подороже, я считаю. То есть мы можем, в принципе, оставить дешевые вещи на всякий случай, если нам нужно будет их срочно продать. Но желательно уже начать продавать что-нибудь подороже. Сейчас конфеток тоже выложим. Хотя, секундочку. Может быть, я лучше заменю тебя на конфетку? Потому что тогда к нам придет много маленьких девочек. Они же любят конфетки. Это прозвучало очень двусмысленно, я знаю, простите. Так надо. Единственное, утром народу мало обычно приходит. Ну, типа, посмотрим, сколько народу придет, да, если что, продаюсь по магазинам, чем-нибудь затарюсь. Ох, нифига себе народищу, окей, хорошо. Мне это нравится, кстати. Шляпу, говоришь, нужно, да, держи. Есть, девчонку прокачали, съезжешь. Это одно из самых ценных, на самом деле, приобретений, я бы сказал, потому что девочка обычно с маленьким количеством денег. Сериал «Батя маленький девочка» в эфире написал за смс. Все для вас, дорогие зрители. Так, броня, говоришь? Броня у меня где-то была, по идее. Да, вот, держи. И ведь не зря забайтил. Теперь мы девочкам уже продать более дорогие вещи. Treasure? Of course I have it. Ух, сколько экспы дали. Можно еще? Пожалуйста, есть же ж. Экспа. Ух. Хорошо-то как. Окей, слушайте, это было неожиданно хорошо.
Мы даже разогрелись до максимальной экспы, по сути. Еще кайф. Мне срочно нужно закупиться чем-нибудь еще, потому что иначе у меня уже насчет вещи заканчиваться для продажи. Толпа маленьких голодных девочек сделала вид сервала. Сразу видно, какая целевая аудитория нашего магазина, не так ли? О, да, детка. Он таки смог это купить, наконец-то. О, да, детка. Give me your money. Пошла жара. Найс. Еще больше экспы пойдет. Еще меда. Блин, старики прям разошлись, я смотрю. Отлично. Пошла жара. А, купить у тебя, окей. Я уже думал, ты купить сама решила. Фига, экспа поперла. Окей. Еще порадуйте меня. Окей. Перфект. Еще? О, да. Иди сюда. Опять купить? Окей, я не против, я не против. Отлично, слушайте. Вот это я понимаю, это хорошо пошло, жара прям. Хорошо, хорошо поторговали, я считаю. Прям пойдет. Ну, в принципе, неплохо. Давайте засейвимся, что ли. Продолжаем. Еще продажа, окей, я куплю с удовольствием, конечно же. Еще желающие что-нибудь купить или продать? Еще продать, окей, хорошо, я забираю, спасибо. Больше экспы. Хорошо. Это мне нравится. Окей. У меня нет браслета, твою мать. Вот это очень плохо. Это очень плохо. Грустно получилось. Ну, хотя бы сохранился перед этим. Придется переигрывать, правда. Комба слетела. Эх, жаль. К такому был не готов. Вот я знал, что это случится. Что
Эпка у нас есть, конечно же. Бери. Девочки будут чупа-чупса, когда потом пугают сырки, что это с этим миром. Что тебе не нравится, Дамарик? По-моему, все правильно. Окей, не, у нас решили купить книжечку, это хорошо. Книжечки — это всегда хорошо. Особенно для маленьких девочек. Главное, чтобы это были книжечки для маленьких девочек, которых нету трюков от нашей любительницы литературы. Еду хочешь? Забирай. Окей, я готов это купить. В принципе, по сходной цене, почему бы и нет. Опять продать. Окей, что-то мне все втюхивают. Почему я не могу никому ничего втюхать, блин? Есть справедливость в этом мире? Я здесь продавец или кто? Ладно, пойдет, пойдет. Больше экспы, богу экспы. Окей, неплохо. Больше экспы, хорошо. Эх, почти левелап. Окей, я куплю тебе это, Луи, спасибо. Почему? Ну почему опять мне нужен браслет, девочка? У меня нет браслета. Блин, так все хорошо начиналось. Ладно, в любом случае это было в конце, а не в начале, поэтому комбо меня не сломали, но, блин, это было обидно. Ты хотел бы что-то другое в своей игре, но хочу сделать отличный экспириенс. Резонно. Давайте так сделаем. Ну, допустим, хорошо, попробуем так. А можно столики теперь двигать? Окей. Любопытно. Еду, говоришь, хочешь? Забирай. Хорошо. Две шляпы через два дня. Принимаем заказ. О, еще плюс репутация. Супер. Дагвентепе Луи будет моим лучшим покупателем. О-ху-ху, еще репа, супер. Боже мой, как же они качаются. Что характерно, скорее всего, именно эта женщина мне вчера продала эту шоколадку. Точнее, сегодня же. Я ее же ей продаю. Капитализм, хо. Фрида Деградер, тебе иди располагайся. И профит. День выплаты, да, сегодня? Доброе утро, Рисет. Это не та шоколадка, которую я покупал у вас. Нет, что вы.
Вы другую продавали. Доброе утро. Знаешь, ты ведь в курсе, что сегодня первый день сбора, верно? Подожди. Это типа как плати, или мы заберем твой дом, да? Ну, да, посмотрим. У меня есть календарь, где я могу проверить, когда у меня выплаты, но я... Или в главном меню, да, на ты скажешь. Разумеется, это только первый недельный сбор. Поэтому количество, которое захочешь заплатить, не суровое пока что. Однако количество, которое нужно выплатить, будет увеличиваться с каждой неделей. Поэтому имей в виду и не ленись. Дед дарит внучке конфету, внучка где-то продает конфету, дед покупает ее для внучки, вечный цикл. А мы на этом делаем прибыль, между прочим. Счет нужно платить до конца дня. Поэтому работай усердно, как мы уже сегодня, ладно? Хорошо. А, то есть платить надо не утром. Ну окей, деньги у меня еще есть, так что нормально. Так. В принципе, есть вариант сходить в данж. Сначала схожу сюда и посмотрю, что мне стало доступно из новенького в плане товаров. И доступно ли? Нет, пока ничего не доступно. Ты зря сюда пришел. Единственное, можно закупиться дорогими вещами, просто чтобы тупо продавать, если что. Возможно, лучше закупиться дорогой едой, потому что ее продавать вообще как нифиг делать. Например, вот это вот и вот это продать. Они очень дорого стоят, и прям реально ими можно прям затариться по полной. Барсет купи. Потом. Я еще хочу в данж сходить. Что за ивент? А, девочка. Эй, что случилось? Моя куколка. А, у нее плечо оторвалось. Ну, это моя любимая. Подожди, дашь мне на секунду? Ладно. Давай посмотрим. У меня есть немного ниток и иголочка в моем кармане. И вот так, не уколоться. И готово. Как выглядит? Вы починили ее. Ура, спасибо большое, леди. Всегда пожалуйста. Мне нужно идти сейчас. Пока-пока. Про тут нитки иголку, ну не настолько. Ты хороша не только в создании знаков и вывесок, но похоже, что ты шить неплохо умеешь. А ты, Тир, уверена, что ты много шьешь? Нет времени прохлаждаться. Куда я дальше? Полагаю, феи не очень хорошо пользуются большими иголками, да? Так, окей. Да, давайте закупимся сразу всякой фигней, потому что раз уж мы все равно вышли и в данж, мы типа попадем только... Ну да, вернемся мы только вечером, да. В принципе, есть смысл закупиться всякой всячиной. В первую очередь браслетиками, а браслеты мы покупаем вот здесь. И, в принципе, пришел уже на более дорогие браслеты, на самом деле. Я бы не особо распалялся в плане покупок, потому что можно остаться без бабла. Я думаю, этого хватит. А, у меня, правда, могу остаться без денег к концу дня, если я ничего не продам вечером.
Потому что я не учел, что мне еще Луис денег запросят. Причем довольно много. Ну окей. Мне нужно дать тебе щит получше, но я не хочу. Сейчас я вернусь. Ну чё, как думаете, насколько жесткий босс будет здесь? Окей, начали уже неплохо. Фига себе, с ловушечки стали. Не, ну пока дамаг сильно возрос с новым мечиком, конечно, не зря его все-таки ему продал. Это было логично, что не зря, но тем не менее. Могли бы получше дать себе, короче, конечно. Ё-моё. Фига вас много. Откуда ты сзади появился, господи? Ай. Так, нашли выход. Но все так рановато, правда. Кожаные ботинки. Любопытно. Их, может быть, потом неплохо загнать. Что здесь хорошего? Опять вы. Ой-ой-ой, спокойно. Ой, это что за свинья там появилась? Это кто такой? О, господи, что ты такое? Ох, мать! Ого! Зубочистки? Ингредиент? What? Что это? Что это за рыбная ловушка? Это еще что за бихалдар? Ау! Слушайте, а больно стало, стали бить ты гады, блин. Зря я сюда без брони пошел, чувствую так. Ладно, я справлюсь. Как будто у меня есть выбор теперь-то. Я, конечно, сейвился перед данжем, но, блин, типа, жестко все равно. Да в смысле? Я же обходил тебя. Специально. Да как ты это делаешь? Падла. Ну, он есть хилки, в принципе, в виде хлебушка. Хотя сейчас левелап будет, так что совсем хорошо. Супер. Лыцарь из Dark Souls. Ну, я заметил, да, такой очень темненький, жёстенький. Кстати... А, да, мы с Рисе должны поговорить... Ой, с Алистир должны поговорить в магазине по поводу заказов. Это ощущение, что я мог сейчас просрочить какой-нибудь один заказик, будет неприятно. Уё! Я тебя не заметил, чувак. Господи, какой ужас. Убиваться не очень-то сложно, конечно. Твою дивизию. Еще бы с них оружие дропалось, было бы совсем хорошо. Блин.
жестко. И как бы удачно сгенерились там, блин. Ай-яй-яй. Ладно. Опять стрим подлагивает, походу, начнет сейчас, ребят. Сори. Ай. Что-то сокровище, блин, у вас хуже, чем дроп с мобов, серьезно. Не знаю, может быть, это нормально, конечно. Ау! Да в смысле? Да... Что ж такое-то? Не жесткий, говорил я, не ага, конечно. Заметно. Конфетка для девочек, ей. О нет, опять эта фигня. Ну нет. Придется ждать. Вот это даже большой уже. Это хорошо. Ау, да как? Я же жал, я же бил. Так, а где выход, кстати? Фига, это аж огромный. Я не против, конечно, только если... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, хотел красиво сделать, называется. Так, выход нашли, хорошо. Мне даже прям реально огромный. Это у нас еще два, еще одна стратежа впереди ждет так-то. Деревянный браслет, окей, неплохо. Кстати, в принципе, логики вещей. Надо защита будет меньше. Давай так. Ой. А, блин. Зря отвлекся. Ну что, даже прям реально огромный. Учесть, что я захочу сейчас, если учесть, что я хочу сейчас, захочу сейчас зачистить его полностью от всех мобов, это, блин, надолго. С другой стороны, больше XP, почему бы и нет. Так, блин, вот вы вдвоем мне точно не нужны. Давайте я с кем-нибудь одним сейчас разберусь. Вот так вот, например. Хорошо. Плюс 4 от противоядия. Хорошо. Мне, кстати, еще интересно, а где мне находить ингредиенты для этого колдуна? Есть подозрение, что просто так их не достану. А новый герой мне бы был бы очень кстати. Луи, конечно, хорош. Но уж больно однообразен. Ау. Так, не можешь больше нести вещей. Хорошо. Так, викнуть я это не могу, потому что это твое, типа, да?
Хлебушек я выбрасывать не хочу, выкину вот это. О, Таяки плюс 3 даже, неплохо. Да что тебя? Если гриб это я уже выкидывал или просто не подобрал? Скорее всего, просто не подобрал. Еще гриб. Грибов насыпает, конечно, много. Любопытно. Дорогой ингредиент. Возьму, пожалуй, еще и плюс 2. Хорошо. Противоядерные, но их очень много на самом деле, прям очень много. Это изи можно выкинуть, мне тоже не особо нужно. У меня есть железные армбанды, которые я бы хотел распродавать, это уже не актуально для меня. Так, по большей части все покупатели у меня уже могут дорогие вещи покупать, в принципе. Базовые вещи, наверное, я уже не буду особо коллекционировать. Мне кажется, еще нужна экспа на покупателях, но, скажем так, они уже могут покупать более дорогие вещи, это хорошо. Да блин. Еще не могу его блокировать. Нечестно. Он меня может блокировать, я его не могу. Ой-ой-ой. У вас тут много, ребят. Прям очень много. О, нет. Ладно, замедление еще не так критично, конечно. 5. Так, знаешь, в чем? Довольно забавно, кстати, что я не могу, типа, ставить на приключенца вещи лучше и забрать у него его вещи. То есть он должен только сам прийти ко мне в магазин и купить у меня вещи подороже. Это максимально неудобно, но, с другой стороны, why not? Ух, ёлки. Опять ловушка из рыбы, господи, как же это упорно-то выглядит. Кто рыбу разбросал, скажи, признавайтесь. Ой-ой-ой, ребят, вас вот слишком много, я пошел отсюда. Вот со скольжением я здесь точно не хочу с вами сражаться, ребят, простите. Вас слишком много. Да, ну вот да, вот поэтому. Капитализм, по которому цены на продажу не существует. Типа того. Да блин. Чеснат. Если он будет лучше, чем то, что у меня есть, я возьму. Нет, он не лучше. Прощай. Так, окей, это тогда переход на новый этаж. Ага, здесь что-то лежит. Хорошо. Современный конечно, концепт, я не спорю. Все логично.
Ну это что вообще может быть полезно, конечно, ингредиент у меня практически нет. Ладно, противоядия у меня очень много, выкину все-таки одно. И оно того не стоило, да? Да, оно того не стоило, да, что статуя, это явно не то, на что я хотел бы от тебя поменять. Слишком мало, она, во-первых, слишком мало стоит, во-вторых, типа, ну, хотя она считается сокровищем, где можно что-то накрафтить, но, типа, зачем? Блин, это слишком много. Давайте по очереди. Хлебушек и чеснок. Слушайте, неплохо подропали так-то. Чеснок плюс один, нет, все еще плохо. Так, хлебушек, говорите, да? Плюс один и плюс один, окей, неважно-то. С учетом близкого левелапа, тратить его сейчас нет смысла. Еще шапфин, хорошо. А, здесь тоже что-то лежит. Слушайте, блин, дропа, конечно, прям завейте как много. Ага, железный шлем, отлично. Слушайте, его, кстати, можно так-то и надеть на него. Но я не хочу. Ну, если уж даже сама игра на Адама Смита ссылается с другой стороны. Мне, кстати, еще интересно, а что влияет напрямую на цену найма приключенца? Уровень экип, скорее всего. О! Найс! Иди сюда, дружок. Мы выполнили заказ, походу. У нас есть все, что нужно для того мага. Блин, это было максимально классно. Вау. Окей. Это было очень неожиданно, но очень приятно. Ай. Так, это, кстати, тоже хорошая штучка. Их нам нужно много. Предлагаю забрать, только вместо чего. Удобнее, кстати. Сделаем так и вот так. Фига здесь кусок данжа, оказывается, был. А, ну окей, не такой же большой. Слушайте, мне уже понравился этот забег. Прям очень хорошо обошло. Прям вот неплохо так полутались. Бэтвинг был максимально в тему. Я так понимаю, что у меня теперь есть... А, если, подождите, мне нужен слаймфлют, но вроде слаймфлют у меня был в запасе. Да, слаймфлют у меня был в запасе. Дома, имею в виду. На базе бишь. Devil Blade... Ох, ёлки. Devil Bedwing и... Чё ещё он хотел у меня? Кусок слайма, Бэтвинг... И какой-то еще ингредиент у меня, по-моему, был. Я не помню, что там у него было еще. А, шаркфин, по-моему, просил тоже. Кстати. Ладно, выброшу тебя. Не особо нужен уже теперь, наверное. О, плюс 3, офигеть.
Еще Бэтвинг. Окей. Сколько, кстати, стоит, мне интересно? 1500! Окей. Sign me up. Круто. Кстати, чисто речишки ведь могу и эти продавать, как их, ингредиенты. И они, конечно, для фьюжна нужнее, но с другой стороны, если совсем по деньгам туго, можно их продавать. Хотя, по-моему, они вообще популярностью не пользуются. С той точки зрения, что их вообще никто не покупает, нифига. Так, что, еще один этаж будет, кстати? Блин, жесть. Еще целый этаж. Я не против, конечно, но типа, блин. Мне там же лут девать некуда. Ау. Еще зубочистки. Они, по-моему, дешево стоят. Да, они мало стоят. Но с другой стороны, вдруг там плюс 3 или плюс 4. Плюс 2, окей. Пофигу. Да как так-то? Ха-ха! Мед, супер! Апельсинка, слушайте, блин, чё так хорошо дропается-то? Капец просто. Я как бы не то что жалуюсь, просто, блин, реально приятно. Еще и плюс 3. Замечательно. Противоядий слишком много, предлагать от них избавиться все-таки. Мне просто не то, что их нужно будет так много. Я не хотел использовать умение, но ладно. Хочу ли я еще? Стоп. Все, сначала вот так. Окей, конфетку мы выкидываем, забираем тебя. Найс. О, нет. Было бы красиво, если гриба задамажила, но нет, увы. По таймингам не вышло. Вдвоем они, конечно, зверскую комбинацию создают. Ай-яй-яй, спокойно, спокойно, спокойно. Еще конфетка, хорошо. Только она упала с гриба, я бы постерегся ее есть. Ау. Окей, еще монстр, скорее всего, гриб. Чем так кажется. Ну, слайм всего лишь. Хлебушек. Давайте похилимся. Чисто на всякий случай. Не то чтобы там было много смысла, учитывая то, что как бы с хп у меня все нормально, плюс еще левелап скоро. Но тем не менее, так будет спокойнее. Те хилки мне еще на самом деле на боссе могут понадобиться. Вспоминая прошлый наш опыт. Так, это что у нас за пузырьки были? А, это ты, да. Да сколько ж вас дропается-то, господи! Я не против, конечно, но что-то, блин, уже реально перебор, по-моему. Здесь эти где-то как минимум полезные.
посох. Окей. Так он стоит, по-моему, меньше, чем Бэтвинг. Это 4 Бэтвинга, что ли, серьезно? Ладно, я оставлю один Бэтвинг, потому что... Мне их, конечно, много, но, типа, посох дешевле стоит, но не то, чтобы я собирался продавать Бэтвинги. Так что, в принципе, норм. Противоядие еще это мне точно не потребуется. Да чтоб тебя. О, левелап, совсем вовремя. Так, там что-то лежит. Интересно, что. Железо бросает. Хорошо, это неплохо. Это можно будет загнать по сходной цене. Там еще сверху кусок данжа остался. Еще гриб. Эй. Не только интересно, почему рыцари дропают зубочистки? Типа, в чем логика? А, здесь у нас выход даже, фига. А, ну и здесь маленький кусочек только остался, по сути. Опа, что это такое? Что-то новенькое. Не, возможно, что-то дорогое. Особая чернильница. Возможно, хороший ингредиент. Или говорю, просто для прикола. Не, то, что с пчел падает мед, я еще могу понять. Что, скорее всего, какая-то лорная составляющая это может быть. Я понимаю, что не стоит искать на какой-то глубинный смысл, но... Почему бы и нет? Так, ну, это последний монстр будет, и мы пойдем, собственно, к боссу. Пора бы уже. Не хочу ли с собой побольше хила взять, такой вот еще вопрос. Хотя, в принципе, по идее, у меня... У меня только одна хилка, серьезно. Может плохо кончится. Я выброшу хотя бы эту штуку и заберу с собой яблочко. Да, будет, конечно, дорогой, но, типа, блин, если я сдохну там, на боссе, это будет неприятно. Я, конечно, могу перезагрузиться и пройти дальше еще раз. Но это я не то, что хочу делать прямо сейчас, скажем так. Значит, это самый нижний этаж данжа тир? Не совсем. Поэтому в данный момент не можем пройти дальше. Я сильно подозреваю, что мы можем пройти даже глубже в следующий раз. Стоп, что? Почему так? Данжи меняют свою форму каждый раз, когда кто-то входит в них. Некоторые строят теории, что они адаптируются к силе тех, кто входит в них. И говорят об этом как о феномене живого данжа. Истина этой сути не очевидна, скажем так. Не ясна, скажем так. Ладно, интересно. Может быть, данжа скучно, если он один? So that would make the people who are finishing a better place. Ну, это бы сделало людей, кто достаточно глупы, чтобы войти сюда как игрушками для подземного мира. Ну, понятно. Мне нравится, как ты мыслишь, девочка. Кто здесь? Добрый вечер, меня зовут Шарм, леди Вор. Вор? Итак, ваши сокровища, ценные вещи и разнообразные блестяшки. Я их заберу, если хотите. Мы не позволим тебе.
Так всегда. Ну что ж, если дело в этом, то давайте посмотрим. Не время ли прирезать пару дырочков. Окей, это уже интересный босс-файт определенно. Такого я явно не ожидал. Блин, а шустрый так-то еще. Ау. Ох, елки. Так, слушайте, я на всякий случай похилился, дыхай подальше. Да в смысле? Есть. Фух. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я теряю хватку. Здесь мы так одолели. Мисс, вы в порядке? Ну, я смертельно ранен, но я могу видеть свет в конце туннеля. Что? Нет, я... Шучу, девочка. На самом деле... Если ты так будешь переживать из-за каждой солочи, которая пытается перерезать тебе глотку и забрать твои ценности... Ой, черт. Эй, вы действительно ранены? Вот, возьми, это поможет твоей ране. Что? У тебя это было все это время с собой? Простите. Вы довольно странная парочка, знаете? Поверьте мне... Она единственный круглый странный объект, который в данный момент здесь есть. Она мне когда-то, что она круглая дура? Просто не предполагайте, что мы обе такие же глупенькие. Правда? Ну, похоже, что вы вдвоем хорошая пара, в любом случае. Ну что ж, юные леди, я вынужден откланяться, раз уж меня одолели как простофили. Назовите вашим сокровищем, заслужили его. Подождите, я Ресет, а это Тир. У нас есть магазин в городе на холме, называется Ресет Тир. Может, и вам стоит зайти к нам? Стоит, да. Ну, буду иметь это в виду. Увидимся, детишки. Пока, Шарм. Ты дала нам ее местоположение нашего магазина. А что ты думаешь, Ресет? Леди Вор, да? Она была довольно крутой. Ты простишь меня, если я не буду считать не точно так же, как ты? Эй, ты что, завидуешь? Абсолютно нет. Так, с ней вообще еще так-то книжка дропнулась. Выпивка мира, о май. Неплохо. Хорошая книжка, мне нравится. И стоит дорого, кстати. Так, я предлагаю выкинуть апельсинку. А что здесь у нас? О, вау. Очень странная ваза. Вау! Вот это было круто. Цветочная ваза с абстрактными дизайнами на поверхности. Они заставили ребенка расписывать ее, что ли? Вау, это было максимально круто. Вопрос только, кто мне это купит только. Блин, уже ночь. Подождите, но... Я ведь нет самое, не продам все ничего, у меня денег нет. Эй, Тир. Что такое? А почему приключенцы так часто ходят в паб? Они так сильно любят алкоголь? Ну, приключенцы определенно наслаждаются выпивкой, да. Но... Пап вроде этого также раздает квест для приключенцев. К тому же многие люди здесь ищут работу. Разве не то, чем занимаются люди приключенцев? Гильдия тоже занимается игровыми квестами, но помни, ты можешь нанять в гильдию приключенца, только который официально обладает карточкой гильдии. Предполагаю, что у них, конечно, она есть. Поэтому места вроде этого обычно предлагают некоторые другие квесты, более ежедневные дела, которые можно делать сходу. Клиенты платят не очень много, как спонсоры гильдии, но это место также куда более дружелюбно к новичкам. Однако, если запрос слишком простой или непримечательный, то, вероятнее всего, никто даже не попытается призываться за него.
Слушай, запросы обостряют на стенах. Давай взглянем. Давай смотрим. Пожалуйста, найдите моего потерянного котенка. Зовите Рино срочно! Могу найти кого-нибудь, кто постоит за мной, постоит вместо меня в очереди за билетом. Пожалуйста, убейте 10 ворон возле мусорки. Предлагаю зеленую вещь. I can one of you hot stats be my... Может быть, кто-нибудь, одна из ваших горячих цепочек будет моей... довольно разнообразные запросы. Это правда, что часто они используются различными отбросами в каком-то смысле. Эта вещь является знаком того, как много приключенцев, как сильно приключенцы участвуют в ежедневной жизни этого города. Это правда. Эй, слушай, может быть, нам действительно стоит сделать этот квест? В смысле, я люблю помогать кому-то находить котят. Нет, я боюсь, что мы не можем. Хоть кто-то, может быть, и отправит запрос, но только те, кто зарегистрирован в гильдии приключенцев, могут легально брать такие запросы. Поэтому боюсь, что мы не можем взять ничего, что здесь вывешено. О, это тупо. Так, мне нужно что-то продать, получается, иначе я, типа, это самое, на мели останусь. Вазу по такой цене бы не очень хотел продавать, конечно. Ладно, убедили. Я не проиграю. Я останусь без денег, но я не проиграю. Ура, мы нищие, но у нас все еще есть дом. Значит, это оплата за эту неделю, да? Посмотрим. Поздравляю, хорошая работа. Я официально получил твою оплату за эту неделю. Давай продолжим на следующей неделе работать так же усердно. Я сделал это. Я рассчитываю на тебя на следующей неделе тоже, Тир. Здравствуйте. Так вот оно как. Этот ничтожный маленький плебейский магазин, который является объектом слухов. Ну и ну, он такой простой, такой грязный, такой скучный. Как бы это маленькое... хибара привлекать людей. Любопытно. Ну, неважно. Это идеальная возможность показать, что это всего лишь маленькая ошибка, и весь город, который поистине является элегантным магазином. Но ты ведь очень владеешь этим магазином, знаешь ли, верно? Он принадлежит твоим родителям. А? Молчи, глупая фея. Он в конце концов будет моим. Это практически одно и то же. Ну, маленький магазинчик, Ресеттир. Твои дни сочтены. И я говорила тебе обращаться ко мне как юной леди. Или юной хозяйке. Кажется, кто-то решил выйти на тропу войны. Это что такое? Мой гений временами поражает меня. Лучший способ узнать твоего врага — это прямое вторжение, в конце концов. И с подобным стратегическим шпионажем... с такими возможностями стратегического шпионажа вроде этой я не могу провалиться. Алло?
Украшение внутри очень побитое и плебейское. Означает, что подбор и их вещей для продажи может быть просто поразительным. Что же может быть? Какие вещи можно продавать это мелкое, отвратительное краля? Может быть, что-то вроде черных и белых животных? Владение которыми нарушает международные законы? Может быть, наиболее вкусные яблоки на этой стороне Мёрде-Бланка? Возможно, одну из этих книг, про которые папа говорит, что я слишком юна, чтобы читать их. Ах, тихо же, кто бы ты ни была. Вы нарушаете мой образ мышления. Может быть, вы вылезете из коробки, по крайней мере? Выглядит довольно странно, знаете ли. Но это означает... Ну что ж. Честно говоря, мне не стоило вообще удивляться. Стоило ожидать такого же хитрого противника, который раскроет мою нераскрываемую технику сокрытия. Окей. Это подтверждает это. Вы действительно очень ценны для того, чтобы быть моим противником. Что? Противником? Соперником, значит, даже лучше. Ах, я, разумеется, не забыл представиться. Я владелец огромной сети магазинов Большой Бэш. Ну, Большой Удар, не знаю. Ну, были, если быть конкретным, то я владелец... Я единственный ребенок и наследник владельца. Меня зовут Алоэт. Запомните его. Все вокруг называют меня юной леди Алоэт. Но вы, моя соперница, и у вас есть привилегия называть меня леди Алоэт. Большой Бэш? Это огромная сеть магазинов с оборотом капитала в 15 миллиардов пикселей и с ежегодной валовой прибылью в 500 миллиардов. Тир. Я слышал, до меня тогда дошли слухи, я пришла увидеть, чтобы посмотреть, что здесь происходит, но... Почему вы вдвоем обсуждаете Большой Бэш? Не то, чтобы я уверена. Любопытно, у вас тоже есть фея. А? Прайм? Да, что такое? Миледи, я вижу, что ваша попытка проникновения провалилась. О чем ты говоришь? Их превосходящая способность по обнаружению просто поймала меня врасплох и сняла мою маскировку, вот и все. Это фея. Черт, а это умненькая. Какие-то проблемы, девочка? В смысле, у тебя тоже есть фея, типа, и чё такого? Называйте меня Прайм. Можете сказать, что я для Миледи, что-то вроде стража. Я Рисет, а это Тир. Приятно познакомиться с вами. Очень приятно познакомиться с тобой, книжный червь. Что? Это вы мне, что ли? Как будто бы я еще могла здесь кого-то назвать так же. Взаимно в таком случае. Ну ладно, миледи, мы представились. Может быть, отправимся домой уже теперь? О чем ты говоришь? Я еще и наполовину не закончила представляться фантастической невероятной невероятностью Алоэт, наследницы Биг Бэша. Если мы слишком долго будем здесь, то мы здесь всю неделю проторчим. Пойдем, уже домой пора. Рисет, слушай и слушай внимательно. Наслаждайся этого счастливыми и беспечными днями, пока ты можешь. Потому что когда я закончу с тобой... Да, увидимся позже. Что ты думаешь обо всем этом?
Это было примерно схоже с тем, чтобы встретить ураган в человеческой форме. Считать, что у нас появился конкурент. Не то чтобы я этому был рад, но окей. Тысяч пикселей в следующий раз надо заплатить, однако. Ну, я думаю, что мы наберем, так или иначе. Так, вряд ли что-то новое здесь появилось с течением сюжета, ну да, логично. Сестренка, подожди. Ты так быстро идешь, подожди. Это девочка. Тир, что-то не так? Да нет, ничего. Ты просто смотрел на этих сестер. Эй, Тир, ты думаешь, как люди нас воспринимают? Как нас? Ты думаешь, тоже похож на сестер? Учитывая то, что я фея, очень сильно в этом сомневаюсь. А, ну да. Впрочем, если бы мы были похожи, я была бы счастлива. Правда? Почему это? Ну, из-за того, что я больше, я бы, наверное, была старшей сестрой, верно? Твоя логика, как обычно, ошеломляет меня своей нелогичностью. Да, полагаю, что ты была бы старшей сестрой. Ну, это тоже было бы здорово, на самом деле. Верно, сестренка? Прекрати нести бред, иначе придется меня догонять. Эй, подожди меня! Окей, да явно того не стоило, да? Так, единственное, да, мне явно не стоило сейчас выходить из магазина просто тупо, чтобы выйти на площадь. А сейчас мне нужен слайм-ливер. Так, длайны сегодня по обоим этим, по обоим заказам. Ну, еда у меня, в принципе, есть. Ага, вот. Move counters? Ага, ну окей, допустим. Ой-ой-ой. Не хотел сделать. Ну ладно, неважно. Ну, пожалуйста, рис. Оу. Добрый день. Вы закончили мой приказ? Ой, заказ. Так получается, да. У меня же получается, что это таки слайм ливер, это типа слайм флю должен был быть. Ну, видите ли. Что, у вас еще нет? Не стоило знать, что это место ненадежно. А, но... Ну да ладно. И, честно говоря, некоторые из этих вещей здесь это сложно достать. Печень с слаймов, из обычных слаймов слишком маленькая для начала. Мне нужно что-то побольше. Крылья летучих мышей должны быть не слишком сложно для...
если вы будете охотиться на летучих мышей в виде глаз, впрочем. Также я слышал, что гнолы и огромные мыши очень любят жареных этих, господи, ящериц. Гнолы? Существа похожи на собак. Никогда не видели, кидаются камнями, больно бьют. Мануалы о зверях и монстрах называют этих существами, этих существ гнолами. А, понятно, я не знала. Это когда, значит, были гнолы. Окей, будем знать. Ну, для приключенцев это стандартное знание. Ну, перейдем ближе к делу, однако. Хотя я не назначал вам дедлайн. Я не бессмертный колдун, по крайней мере, пока что. Я очень хотел, чтобы ваш босс достал регенты как можно скорее. Пожалуйста, дайте ей знать, что я немножко теряю терпение. Худшая часть во всем этом то, что я даже поправить его не могу. По крайней мере, по деньгам все будет более-менее. Оу, я не могу это купить, простите. У меня нет денег. А, он согласился? Окей, неплохо, спасибо. Окей, не против. Все равно, правда, я сейчас как бы выйду, потому что я не собирался сейчас продавать, но тем не менее. Так, ему нужна еда, да? Забирай. Оу, сердечко, супер. Шо? Оо, ты решил раскошелиться на броню. Ты ж мой хороший. Иди сюда. Лучшая броня, тот, кто врезает тир. Книжка для брата? А почему так с таким лицом? Хотя да, тебе такие книжки явно рано читать, логично. Ну, вообще торговля прошла неплохо. Treasure. А есть у меня еще treasure? Есть. Слушай, а купишь ли ты... Нет, я сейчас скажу, что бюджет не хватит для этого. Держи. Эту штуку я вообще, кстати, купил за дешево, так что... Прям сразу же еще и прибыль с ней получаю. Ха. Он купил! Есть же! Красиво, господи. Два сокровища через 3 дня. Окей. Принимаем заказ. С девочкой всем вкумировала, которая закупка, которая деньги на штраф. Она же нельзя для брата покупает. Шляпки, хорошо. Спекулянт, да вообще, как не стыдно людей обирать. Да, обратно держи, обратно в полицию. А, понятно. Это Ллойд, значит, забегал к нам, понятно. Через Тио, видимо. Угу. Слушай, вообще прошло, по торговле прошло достаточно неплохо, я бы даже сохранился. Типа, блин, у меня было практически ноль на момент начала дня. Мне теперь 16 тысяч, окей, неплохо. Еще и левелап хороший. Но, ну, собственно, на сегодня, думаю, мы закончим. Время уже позднее, спать пора. Собираться потихоньку. Рабочий день, завтра все дела и так далее. Ну, думаю, что завтра мы тогда кисиками займемся. Почему бы и нет. Вот. Так что да, если что, приходите. Буду рад вас всех видеть. На сегодня прощаться. Всем большое спасибо. И до новых встреч завтра. Или не обязательно только завтра. Как пойдет.